Физкульт, привет, друзья и ученики, просто случайный зритель. Еду на тренировочку и, как всегда, немножечко 10-15 минут поболтаем, пообщаемся. Кстати, вышло видео уже у меня на канале о тесте, который покажет вам, можете ли вы сжать штангу с груди, с головы, даже жим лежа. Тест на подвижность плечевого сустава. Посмотрите его, оно коротенькое, но очень-очень полезное, сбережет ваши плечевые суставы, ваше здоровье. Кстати, хейтеры уже посмотрели, как всегда, ни о чем написали. Некоторые даже не поняли, в чем тест. Ну, от хейтеров и троллей своих я другого и не ожидал. Ведь если мозгов нет, то ты даже простую информацию никакую не воспримешь. Друзья, очень много сейчас присылаете вы роликов с тренировками, своими тестовыми или просто тренировками, за что я вам очень благодарен. И некоторые люди не понимают, для чего я это делаю. Объясню в очередной раз. В отличие от других каналов, я хочу, чтобы наш с вами канал был интерактивным. Что это значит? Это значит, чтобы любой из вас, особенно хейтер, тролль, который с чем-то не согласен, мог спокойно записать видеоролик, рассказать, с чем он не согласен, если не согласен, описать, почему не согласен, что не так и как должно быть. Вот это интерактивность, это открытость, и я обещаю, что любой ролик, естественно, без оскорблений, грамотно составленный, я выложу. Даже если вы покажете, расскажете, что те рекомендации, советы, которые я даю, не работают. Но, к сожалению, ни один тролль этого не сделает. Один из моих троллей, который ВКонтакте, в группе у меня там постоянно пишет всякую хрень, тоже пишет: ты не прав, здесь не так. Но как только я ему предложил от пустой болтовни снять видеоролик, показать, как он тренируется, почему я не прав, в чем ошибочность моих методов. И, естественно, человек вообще просто заткнулся сразу, пропал. Вот чтобы такого не было, и чтобы не говорили, что я только показываю тех, кто хвалит меня, мои методики, я и создал вот эту интерактивность. Пытаюсь, по крайней мере, ее создать. И просьба: не нужно оскорблять людей, писать какую-то чушь в комментариях, особенно если вы сами не снимали подобных роликов. Критика приветствуется, критика должна быть. Конструктивная критика, о чем я уже сказал. Лучше всего, если вы опять-таки снимете ролик, где расскажете, обоснуете все. Вот это будет здорово. А всех остальных мы будем просто, как говорится, игнорировать. Мягко, если говорить, не ругаться, никого не оскорблять. На самом деле эти тролли и хейтеры не вызывают у меня ничего, кроме смеха и жалости. Жалкие, никчемные людишки, которые вынуждены в сферу своей никчемности хоть как-то утверждаться в жизни за счет обсирания других людей, которые хоть что-то делают. Повторюсь, что не ошибается только тот, кто ничего не делает. Так что, друзья, смело снимайте ролики, присылайте их. Единственная просьба: снимаем ролики горизонтальные, никаких вертикальных съемок. Музыку Рамштайн, Металлику не вставляем и подобную музыку, на которую есть права. В YouTube очень много предложено музыки, которая не имеет прав или на которую не подали права. Иначе ролик просто будет блокироваться YouTube полностью, либо будет отключаться звук и будет теряться смысл этого ролика. И тоже не присылайте, человек один: хочу в вашу закрытую группу. Прислал, снял 4 нарезки по 10 секунд, как он выполняет то или иное упражнение. Все. Друзья, ролик должен быть роликом. Приветствие, вы должны рассказать о себе. Даже если вы показываете какую-то тренировку, нужно пустить за кадром какой-то звук.
рассказывающий о ваших принципах в тренировке, в питании, в восстановлении. Если вы не можете монтировать, снимите общий материал, пришлите мне, я смонтирую сам. Но пришлите этот качественный материал. Не переживайте то, что вы никогда не делали роликов, то, что вы никогда не говорили на камеру. Это полезно. Полезно не только нашему каналу. Это полезно в первую очередь вам. Вы будете развиваться, вы будете прогрессировать. Это будет учить вас говорить, говорить на камеру. Вы будете чувствовать уверенность. Поверьте, только одни плюсы. И даже если где-то кто-то что-то напишет вам, какой-то корявый комментарий, необоснованный, это тоже не страшно. А критика со стороны, она всегда полезна. Всегда она заставляет нас немножечко посмотреть на себя со стороны. К сожалению, мы не видим, или мозг наш не хочет нам показывать наши ошибки, недочеты. Ну а что может быть лучше? Особенно, если вы хотите идти по этому пути, хотите тренироваться, хотите стать тренером, инструктором. Вы просто обязаны научиться грамотно говорить, излагать свои мысли, свои взгляды, отстаивать их, показать то или иное упражнение. Все это пойдет только вам на пользу. Ну и, естественно, канал будет интерактивным. Что толку, что каналы показывают одних и тех же знаменитых людей или не очень знаменитых, или выдающихся людей? В основной своей массе мы с вами обыкновенные люди, ничем не выделяющиеся. Только тем, что в отличие от большинства, пытаемся самосовершенствоваться. Через тренировки, через познание мира путем прочтения книг или просмотра тех или иных интересных научных, документальных и не очень видеороликов. Все это выгодно отличает нас от других людей, и это нужно пропагандировать, это нужно придерживаться, это нужно нести в массы. Не показывать людей с больной психикой, с больными руками, с больным телом, которые к бодибилдингу, к тренингу вообще не имеют ничего общего и только позорят. И для меня стыдно, что многие каналы, особенно такой уважаемый мною канал, как Бодимания, несколько раз, уже, наверное, раз 20 пропиарился за счет этого дебила. Неужели вы не понимаете, а я уверен, что вы понимаете, что показывая подобных людей, вы провоцируете многих других неадекватных людей на подобные поступки. И тем самым поощряете тех дураков, которые поступают уже так. Я не хочу превращать наш с вами канал во что-то подобное. Но дискутировать на тему тренинга, общаться, вносить какие-то корректировки, поправки, поправлять, направлять друг друга, что может быть лучше. Если вам не нравятся подобные видео, просто их пролистывайте, не смотрите. Ничего страшного в этом нет. Невозможно постоянно делать хороший контент в плане конкретных рекомендаций. Ведь и так часто меня упрекают, что у меня скучный канал. Да, друзья, скучный, но все-таки мой канал в первую очередь, в основную свою очередь, направлен не на развлекание нас с вами. Подобного контента достаточно в интернете и в YouTube в том числе. Я все-таки хочу, чтобы мы получали пользу от того, что делаем. И я, и вы. И благодаря вам появилось уже две книги моих. Одна целиком и полностью посвящена женскому тренингу. Просто обязаны ее прочитать инструктора. Те, кто взял на себя смелость, ответственность тренировать людей. И я не понимаю людей, критикующих людей, которые приходят тренироваться. Да ты дрищ там или ты жиробас. Не бывает дрищей, друзья. Дрищ – это понятие не физическое, поверьте мне. Насмотревшись комментариев и всего того, что творится в интернете, я понимаю, что дрищ – это хейтер и тролль, который ничего никогда не делает и не пойдет в зал из-за того, что он стесняется, из-за того, что он просто убогое чмо.
вот хейтеры и тролли – это убогие чмари. Если ты являешься хейтером моего канала или какого-либо другого, сними видеоролик, где ты себя показываешь, где ты критикуешь то, что делают другие, и я в том числе. Повторяюсь, вот это будет здорово, это будет круто, и я это выложу у себя на канале. Но если ты этого не делаешь, то ты просто убогое чмо, над которым, поверь мне, основная масса людей смеется. Читая какой-то очередной тупой комментарий у себя или у другого блогера, основная масса так вас и воспринимает, просто как убогих чмарей. У меня на канале есть такое одно убогое чмо, самое главное, под ником ДЖ. Но я его тоже люблю, потому что он постоянно пишет комментарии, ставит дизлайки, а это тоже помогает развитию канала, вот чего они не понимают. Но ладно, друзья, я думаю, основная мысль понятна, да? Если вы хотите сделать хороший качественный ролик, а тот, кто хочет не просто снять ролик, а попасть за счет этого ролика в мою закрытую группу, должен снять видеоролик, где он проходит тесты. У меня есть тесты для мужчин отдельно, отдельно для женщин, которые показывают, что вам нужно уже, если вы их прошли, переходить от уровня новичка, среднячка на серьезный уровень, где важна периодизация. А раньше этого просто и нет смысла вступать в группу. Группа не для новичков. Нас там уже 180 человек, и группа эта направлена как раз-таки уже для тех, кто прошел вот эти нормативы. Есть статьи, есть видео отдельно для парней, для девчонок, где я указываю эти нормативы. Снимите грамотный ролик, красивый, с приветствием, со всем, что положено, с прощанием, с самими тестами, как вы их прошли, и пришлите мне на почту. И я вам гарантирую, что этот ролик выйдет, и вы бесплатно, сэкономив $250 сейчас, такова цена за вступление в группу, вы сможете получить доступ совершенно бесплатно. Также, если у вас есть идеи о том, о чем должен я снять видеоролик, написать статью, смело пишите. Это тоже очень помогает, потому что, находясь в одной и той же теме, очень сложно, тем более в такой сугубо узконаправленной теме. Согласитесь, бодибилдинг при всем его сейчас современном раскрутке его, это очень-очень маленькое направление, которым занимается мизерный процент всего населения планеты. С этим в первую очередь связано и то, что нет до сих пор исследований, почему и как растут мышцы, все только теории. И еще очень-очень многое с этим связано. Так давайте, друзья, делать практические рекомендации, которые доказаны практикой, а не теорией. Кстати, много того, что я говорил 2-3 года назад, сейчас подхватывают и говорят другие тренера. Шредер недавно тоже сказал, что база самая главная для натурального тренинга. И многие стали кричать: о, Шредер красавчик, единственный, который говорит правду. Друзья, да я книгу уже давно об этом написал и выпустил. Я это говорю уже 4 года на своем канале. Я постоянно говорю о том, что база для натурала — это все. И что после этого, когда вы пройдете вот все эти нормативы, необходимо тренироваться по периодизации. И уважаемый мной человек Дмитрий, тренер, который сейчас очень популярен на канале Водянова, тоже говорит о том, что натуральный человек должен тренироваться по периодизации. Понимаете, все более-менее здравомыслящие люди приходят в конце концов к одним и том же, к одному и тому же выводу. Потому что знания знаниями, но самое главное — понимание. А у большинства людей, даже у преподавателей в университетах, нет понимания. И это не только вина человека, это вина системы. Школа нас так учит, обучает, приучает, заставляет быть зомби. Зомби в плане того, что мы реагируем однотипно.
Это очень выгодно государству, я уже не раз об этом говорил. Поэтому и система обучения построена так, чтобы вы мыслили формами, чтобы были формулы, чтобы вы максимально имели какую-то шаблонность во всем. Не дай бог вы начнете размышлять о том, а почему вот именно так устроен мир. Зачем мы платим пенсию, когда мы умираем, в большинстве случаев даже не доживая до нее. Почему алкоголь разрешен, а анаболические стероиды, которые являются медикаментами, которые помогают, улучшают качество жизни, ну, естественно, не молодежи, запрещены вообще и приравнены к наркотикам. Понимаете, вы не должны об этом думать. Ни вы, ни я, никто. Мы с вами должны быть быдлом, серой массой, слепо ходящей на выборы, ставя галочки и радуясь тому, что нас с вами имеют. Имеют во все щели, без смазки, а смазку мы с вами покупаем сами. Так что, друзья, давайте делать канал интерактивным. Надеюсь, вам нравится то, что я делаю. Мне нравится, иначе я этим бы не занимался. Тот огромный, колоссальный, положительный поток энергии, который я получаю от вас, просто заставляет меня ежедневно заниматься чем-то, снимать, рассказывать, писать. На самом деле, серьезно, это такая живительная энергия, которая просто мотивирует. Хотите тоже, чтобы у вас такая энергия была? Заведите свой канал, блог, не знаю, группу, неважно что. И развивайтесь, и вы увидите, что вы будете развиваться вместе с вашими подписчиками. Ваши подписчики будут для вас являться огромной мотивацией. Это просто волшебно, незаменимо и необъяснимо, несравнимо ни с чем другим. За что, друзья, я искренне вам благодарен. 4 года каналу моему, скучному каналу, но нас уже почти 100 тысяч. Я никогда бы не поверил, что наберу и 10 тысяч, видя, какое сейчас образование, какие сейчас морали, какие люди вообще, в принципе, как они думают. И у них просто отсутствует то, чем думать, на мой взгляд. Поэтому мы с вами просто делаем огромное дело. И все те, кто подписан на канал Heavy Metal, вызывают у меня огромное уважение. Потому что канал действительно неразвлекательный, тяжело его смотреть. Часто бывает, сам понимаю, что бываю нудным. Но не всегда, поверьте, получается весело, интересно рассказать какую-то определенную тему. Но для себя я ставлю задачу в первую очередь делиться с вами тем полезным практическим опытом, который у меня есть, и немножечко теоретическим. Друзья, не буду вас больше утомлять. Спасибо всем, кто смотрит, кто поддерживает, кто критикует конструктивно, кто помогает развиваться. Жду от вас видео. Всем пока, увидимся в тренажерном зале.